Деньги в носке не принесли счастья. В суде вынесли приговор бывшему сотруднику Саратовского банка. Мужчина воспользовался служебным положением и грабил финансовое учреждение. На записи с камеры видеонаблюдения, которая находилась прямо над рабочим местом преступника, видно, как сотрудник банка наклоняется и берет из сейфа деньги. Он прятал их либо в штанину, либо в носок, после чего выносил из банка. Мужчина работал старшим кассиром и имел непосредственный доступ к финансам. Хищение денежных средств он совершал из депозитарных кассет банкоматов, которые поступали в кассу перерасчета банка от инкассаторов. А хищение денежных средств он совершал из тех кассет, которые поступали в банк с некорректными чеками. То есть Лузан достоверно знал, что сумму поступивших в указанных ячейках не соответствует сумме, указанной в чеке. Судья сочла доказательства исчерпывающими и вынесла обвинительный приговор. За кражу с рабочего места преступник проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима.